Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Вчера вышло видео вот по этим розеткам, как я их делал, показывал. И сразу поступили вопросы, а где применять такие вещи? Ну, все зависит от фантазии, то есть куда хотите, туда и применяйте. Ну, где, конечно, она подходит. Вот это в данном случае на стене будет... К стене будет прикручиваться, а в нее будет приходить поручень. То есть поручень будет крепиться к стене, а в нее через этот шкант войдет поручень. Вторую розетку такую я применил на барной стойке. Вот так это выглядит все. Вот. Вполне оригинально все получилось. Просто тот щитовой вырез, как бы его резать, прорези делать, просто могло быть развести или облом, или еще что-то. Так как-то она понадежнее, ну, естественно, покрасивее. Вот такого плана. Вот. В принципе, без проблем. Можно вырезать, допустим, круг вот здесь вот и сделать четверть, сделать какую-то рамку. Ну, я не знаю. Но если вам некуда ее сегодня применять, просто вам это еще не надо. А когда дойдет до этого дела, конечно, найдете вы, куда ее применить и кого удивить. Ну, а на этом я заканчиваю. Такое коротенькое видео. Всем удачи. До встречи.